Анатолий Олегович, Лукова Анатолий Олегович, где-то неделю назад, в понедельник, и говорит, что какая-то жалоба поступила на меня со стороны парка. Так. Я говорю, вы можете мне по почте, Укрпочта, прислать мне конкретную информацию, какие именно жалобы, кто жалуется. Он пообещал это сделать, не выполнил по почте. При этом он позвонит, значит, встречу. Я приходил в заводскую районное отделение полиции заводского района дня два назад, в понедельник тоже. И когда был ураган даже, приходил, спрашивал, они говорят, что нету этих участковых, они где-то ушли, не могут с нами связаться. И вот два дня ко мне никто не перезванивает. При этом сейчас пытается заместитель директора парка споймать меня и использовать участкового для того, чтобы оказывать мне психологическое давление, чтобы я прекратил жаловаться на проблемы парка. Просто вы скрываете. Я вам рассказываю ситуацию. С вами неоднократно созванились, вы ведомлялись. Это того, неправда. Я говорю, что я отсутствую, кажется, в другом городе. Вы сказали, что в понедельник... Вам звонили, вы сказали, что вы не можете заявить. Покажите, пожалуйста, аудиозапись моего разговора, что я отказываюсь от встречи. Я говорю, что я нахожусь в другом городе, когда аудиозаписи на данный час у меня нет. А раз нет, тогда вы представляете неправдивую информацию. Потому что я не отказываюсь, а потому что в другом городе, в этот понедельник я должен... Шановный, в межах чинного законодавства маєте право оскаржити. Судовому порядку вот можете вы меня повесткой дивіться, згідно чинного законодавства на вас є заява, де указано, що ви порушуєте пункт статті 1, статті 173, а саме дрібних хуліганств. Вам зрозуміло? Пожалуйста, офіційно дивіться мені на мой адрес, офіційно попрошу, щоб я розписався. Згідно чинного законодавства я маю право. Зрозуміло. Я не розумію того, що ви говорите. Я хочу видеть це офіційно, конкретно. Зараз я вам все розповім. Дайте мені це по пошті, офіційно мій адрес. Зачекайте. Визовіть мене офіційно. Я відказую з вами говорити. Згідно статті, будете затримані. На основі чого? На основі того, що ви вчинили правопорушення. На основі того, що мені не визвали, зараз відказуєтесь прислідувати. Ні, офіційно визивайте. Ні, визивайте. Ви слышите мене, Леонид Мужчина? Стойте. Подождите. Протягивайте ко мне руки. Будет составлено адмінпротокол про адмінзатримання. Ви мене чуєте? Чекайте на місці. Чекайте, то вирішите.